Добрый день, дорогие друзья! Мы снова в лесу. Очень много листьев и очень сложно искать грибы. Но у меня сегодня ноу-хау. Я пришла с граблями. Но пока ничего не нашли. Будем искать. Вдруг нам повезет. Но листьев, если тогда было два слоя, то теперь, наверное, все четыре. Вон уже деревья без листьев стоят. Моя напарница уже что-то нашла. Признавайся, есть? Да, грибов не нашли, так земли наберем хорошенькой для цветочков. Разбавим песочком и прекрасно. Погода супер. Погода, говорю, отличная. Очень тепло. Красота. Светит солнышко. А вчера нам устроили утро с фейерверками. 55 ракет. Земля вздымалась. Посуда вся дрожала. Это был какой-то кошмар. Сколько миллионов выпустили в нас. Оставили без света, без воды. Спрятались от нас. Хоть бы одного найти. Только листья. Фу, нелегкая эта работа. Вот уже целый час ходим, ищем, ничего не можем найти. Ну, погуляем зато. Такая чудесная погода. Погуляем. Смотри. Это же он в песку, а если бы его почистить? Какими стали богатыми. Выбрасывали ковры. И на мотоцикл гоняли. И главное, что целый. Дивись, целый и не потертый. Вообще ничего. Ну, выбрасывают люди. Кому не нужны пылесборники? Такое место шикарное. И грех прийти сюда не прогуляться. Можно ходить каждый день. Грибов не нашли. Все сухие. Дождей не было. Ну, зато пошуршали листьями. И вам показала вот такую шикарную осень. Как красиво солнце заходит. Такие шишки. Наша красивая природа. Уток не видно. Одна чайка летает. На той стороне утки. Скоро зима, будем по озеру ходить, кататься. И там что-то блестит. Для птичек, да? Такой домик интересный. Щучку там ловит, это такую хорошую щучку. Есть рыбка? Нет? А ловится иногда щучки такие. Знаешь, где? Вот там, где это уток кормят. Наши питомцы приплыли. Она одна, а их три. Женихи. Три жениха, одна невеста.
Я вас жду, а вы здесь устроили себе баньку. Как интересно, какие вы все красивенные. Две уточки и три селезня. Уточек мало, все селезни. Ну, красивые же они. Чистят перышки. Наша красота. На этом моменте заканчиваем нашу прогулку, идем отдыхать.